Всем привет, ребят! Вы на канале 2А42, и меня зовут Марк. Сегодня я в парке Креатив. Вот такой парк. Я буду с каната там лететь, я буду прыгать, стой. Да, он уже на улице потемнело, и мы уже покатались на горках. Покатались с растяжки. Марик прыгал просто в бездну и летел на растяжке. Да. Марк, и сейчас все это надо показать, да, ребята? Да. Ты, Марик. Как ощущения, Марк? Марк, ну иди в очередь. Как будто я в пропасть. Молодец. Мам, зачем страшно? Марик прыгает. Давай. Круто. Черепашки-ниндзя. Там же не холодно? Совершу прыжок вон туда, на ту сторону. Марк, ты не боишься? Ну, немного. Смотрите. Ну, немножко боюсь. Боишься? Ну, ты бесстрашный. Ты уже прыгал вот оттуда. Ну, да, я прыгал стоя. И сейчас? Я прыгал стоя на вот ультра-мега. Еще я в изгибе. Очень крутые горы. Кстати, ребята, советую посмотреть. Ну, а сейчас сделаю свой смертельный прыжок. Покажись, Марк, как тебя прикрепили. Ну, вот. Вот. Это прикрепили, а то фиолетовое. И Марик сейчас отсюда полетит. Да. Вот туда далеко, только далеко. Вот с этой. Смотрите, ребята, какой пояс вот этот вот. Фиолетовый. И покажи крепление. Вот. Ребята, такое крепление. Кстати, напишите в комментариях, какой ваш самый любимый цвет? Вот мой оранжевый. Тебе надо будет сейчас вперед бежать. Очень маленький? Маленький? Марик? Марик, готов? Давай, беги и туда вперед. Молодчина! Просто молодчина! Я так что-то не решилась. Я не решилась. Да. Круто. Поднимается герой. Марк, как ощущения? Классные. Молодец. Не сильно испугался? Ну, я делал ответ из 10 до 0. 10. Да? Круто, да? Да. Еще будешь так? Это крутее, чем я думал. Да? Молодец. Да, конечно, еще раз буду. Можно вообще. Класс. Кстати, ребят, смотрите, где у меня эта штука? Она, блин, в капюшоне. Сейчас поправим.